Продолжаем изучать дальше произведение Екатерины Кукушкиной. И вот здесь речь идет о том, что люди связаны отношениями. И вот мы выяснили, что эти отношения не сводятся к отношениям обмена. Самыми более древними отношениями были отношения кооперации. И потом отношения кооперации все время развивались и будут продолжать развиваться. А отношения обмена, они были, ну, скажем, при рабовладении на обочинах экономики. Они были. И деньги были на обочинах. И потому что где экономика, собственно говоря, выступала как в период рабовладения? Это совместный труд рабов. Правильно? Вот экономика. А то, что там что-то продали из того, что сделали рабы, отвезли в Индию, из Индии привезли в обмен, это имело место. И деньги были. Но деньги тоже, так сказать, они очень малую часть охватывали отношений, потому что основная масса отношений состояла в чем? Что вот есть кооперативный труд, совместный труд людей, вот люди создали эти, то есть рабов, они создали эти богатства, а если я рабовладелец, я ваше богатство. Даже не ваши, мои сразу и забрал, потому что они изначально мои. А вы работаете. При чем тут обмен? Какой может тут обмен? Вы со мной собираетесь обмениваться, я рабовладелец, а вы простые рабы, я буду с вами обмениваться. О чем разговор? Ну, еще с другими рабовладельцами я могу и поменяться. А зачем мне обмениваться с ними? Все, что надо, мне сделают рабы. Богатство в обществе рабовладельческое – это рабы. Что мне надо? Дворцы построю. Виноград вырастет. Собрать? Соберут. Чтобы они сами не ели, мы сделаем деревянные такие шарфы из жабо, чтобы они не могли достать этот самый виноград и съесть. А то вы ведь съедите весь мой виноград. А виноград-то мой. И у нас там был порядок, дисциплина. Если что не так, наказание не как сейчас. Никто не будет там выговора объявлять. Раз и плетьми. А если будете со мной спорить, ну и такие рабы мне вообще не нужны. Раз и все. Убить можно раба? Нет вопросов. Но я не буду, конечно, просто так убивать. Потому что богатство рабовладельческого общества – это что? Рабы. Если у меня будет мало рабов, так что же я, дурачок, глупый? Мне нужно много рабов. Вот пойти на завоевание и новых раб, так сказать, завоевать себе рабов – это да. То же самое. Феодализм. Это товарное хозяйство или нет? Нет, конечно. Вот производит. Вот некоторые думают, почему вкусные такие продукты были при феодализме. Ну да потому что крестьянин делал для себя, правильно? А если это крепостник, если это феодал, помещик, ну неужели я вот буду организовывать труд своих крепостных, чтобы они что-то плохое делали? Если бы меня крепостные туда положили, там, пальмовое масло в конфеты или сою положили бы в колбасу, я бы, конечно, отправил их там на конюшню, их бы били бы там плетьми или прутьями, если они бы такое делали, то, что сейчас вкладывают. Почему? Ну, потому что зачем мне? У меня цель-то производство, потребление. Чье? Мое. Ну, а вы, если крепостные, вы там идите, там на своем хозяйстве свое производите, что хотите. Меня это вообще не интересует. Вот вы будете добры 4 дня ко мне на барщину. Так? Остальное ваше дело. Вы свободны. Остальные 3 дня вы свободны. Я вам разрешаю выходить там, в лес. Лес мой. Покос тоже вам. Коров своих кормить. Там, коз. Пожалуйста, пейте козье молочко. Что хотите делать? Но 4 дня. Как не придете, так сразу на конюшню опять. Очень строго. Какое это хозяйство? Товарное? Нет. Ну, часто может продавать. Что-то мы продали и купили там моим дочкам красивые платья, у нас будут зимой балы. Мы зимой будем жить не в деревне, а будем жить в городе, во дворцах. И вы знаете, здесь какие хорошие дворцы есть, крупных феодалов, крупных помещиков. Князей таких-то, князья кто такие? Это и есть самые столпы феодального общества. Великие князья, если они, так сказать, родственники царя, или просто князья, или графы. Никого тут нет? Дворян? Нет? Жаль.
Хотел купить титул, но не прошло. Сейчас модно. Деньги уже не некоторые есть, а звания благородного нет. А тут бы раз и прикупил. Раз все продается, а тут не получилось. По дешевке. Так, вот что мы обнаружили. Это довольно древние отношения. И мы здесь записывали, что это кооперация, такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одной или связанных между собой процессах производства. И что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое выполняет функции обеспечения согласования индивидуальных работ и выполняет также функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом, направить его на это направление. Если строили, скажем, Смольный собор, так все это было по единому плану, по проекту, и каждый выполнял свою часть работы, а не просто так, что хотел. Иначе бы, вот скажем, конечно, можно сказать, феодалы-эксплуататоры, а трудящиеся крестьяне эксплуатируемые, но если вот крестьяне построили, они построили много-много маленьких избушек. А феодалы организовали труд крестьян и построили блистательный Петербург. Поэтому, говоря о том, что феодалы-эксплуататоры, мы все равно не должны понимать, что вот этот класс в истории, кроме, так сказать, роли эксплуататора, сыграл и некую прогрессивную роль. Развил культуру, поднял культуру, искусство. Точно так же, как и наоборот. Мы наблюдаем, что вот буржуазия, многое развив и сделав, она очень многое разрушила и испортила в обществе. Но это не значит, что она не принесла ничего прогрессивного. Например, отделение церкви от государства и государства от церкви. Это достижение, так сказать, французской буржуазной революции. И вот некоторые наши деятели, в том числе руководящие, не усвоили этих истин культурных, что государство отделяется от церкви, и не надо их шататься постоянно с этими церковниками. У них свое дело, у нас свое дело. Потому что у нас всяких разных церквей много. Потому что как только вы начинаете с одной конфессии якшаться, другие говорят, а что вы, почему со мной не встретились, а почему это вот там больше на православие нажимают, или в других странах больше нажимают на ислам, а почему буддийцы у нас в загоне тогда, а я вот пятидесятник трясун, почему я нет доступа к президенту тогда. А еще у нас есть свидетели Иеговы. Однажды я с ними беседовал, они ко мне пришли на субботники. А ко мне отправили их, потому что, говорит, вот Михаил Васильевич, он Библию читал. Они приходят, а вы правда Библию читали? Говорят, да, читал. Вам понравилось? Говорю, очень, такой очень важный и интересный труд с точки зрения историко-культурной. Я говорю, а вы кто такие? Говорит, а мы свидетели Иеговы. А что, видели его? Я говорю. Они говорят, нет. Ну, какие же тогда вы свидетели? Вы же свидетели. Они книжки схватили эти свои и убежали. Да. Почему? Библию читать, конечно, это очень полезно и нужно. Это не значит, что церковь-то надо отделить и школу от церкви. А то, конечно, там уроки православной культуры. А что, культура только православная? А культуры не православной нету? Что это за ерунда такая? Арабы изобрели арабские цифры, арифметику, алгебру, альджебра, аль-мукабала. Так арабы изобрели, а алгебру выкинуть теперь, что ли? Почему это только православные? А римляне что, православные были? Да у них там как сколько только у них не было богов-то. Что, выкинуть теперь эту самую? Римскую культуру, римские цифры давайте выкинем, потому что они это не от Христа пошли, эти римские цифры, а от этих, от многобожия. Я был в городе Дельфа, где есть такой храм, очень хороший, прекрасные статуи, мраморные и без голов. Пришли, потому что христиане, и, так сказать, поскольку они христиане, они за единобожие, они, значит, поотрубали эти головы, поотламывали, чтобы знали, что Христос более высокий Бог, чем вот эти все ваши Зевсы и так далее. Меркурий,
Дианы. Так, ну хорошо. Значит, мы этот вопрос разобрали. Идем дальше. Идем дальше. Таким образом, Маркс указывает. И опять забыть друг его Энгельс. Ну что вы их так разъединяете? Я не могу, борюсь все время. У нас курс везде обозначен. Маркс, вот вы могли бы сказать, а так в расписании написано Маркс, немецкая идеология. Вы этим не аргументируете, я бы на вашем месте так бы сказал, бы съязвил, сказал. А вот написано, идите добейтесь, чтобы там, а что вы от меня требуете, чтобы я писал Маркс, Энгельс, вот нигде. Мне в трудовое соглашение записали, там у нас теперь записывают, что мы читаем. Раньше говорили, что я обязан выполнять учебные, так сказать, учебную работу вести, соответствующую, нагрузку. А теперь пишут там, это я должен читать, это, ну, написали, что я должен читать Маркс, немецкая идеология. Ну, нету такой работы. Есть Маркс и Энгельс, немецкая идеология. Ну, я ничего не мог сделать. Хотите, не подписывайте трудовое соглашение. Чудеса. Ну, и вы, это, с Екатериной, пошли за ними. Целый фронт, все, я окружен, ничего не могу сделать. Единственное, я все-таки так намекаю, что все-таки их двое писало. Ну, даже книжку показываю, но никого это не дает. Никого это не волнует. Так, Маркс и Энгельс все-таки напишу я. Вот тут-то мне дали, тут я хоть в этой бумажке написал. И Энгельс. Указывают на то, что частная собственность необходима в мелкой промышленности. Что всегда? Во-первых, всегда ли необходима мелкая промышленность? Во-вторых, почему частная собственность необходима мелкой промышленности? Почему мелкая промышленность не может объединена в кооператив, в кооперации? Это же мелкая промышленность. Может быть, кооперативы частные? Может быть. Это не... Правда, вы можете сказать, что частный кооператив, если объединить мелких частных собственников в кооператив, что получится? Что получится, Екатерина? Мелких частных собственников соединим в кооператив. Будет более крупный частный собственник. Так что это ваш аргумент. Мне бы могли выставить такой аргумент и в порядке доказательства. Но наша история, вот нашей стороны показала, что кооперативная собственность может при определенных условиях стать формой общественной собственности. Это что означает? Что если удастся направить это производство в интересах общества. То есть, вот, скажем, кооперативная собственность в деревне, в СССР, была формой общественной собственности. Почему? У кого были основные средства производства, сельскохозяйственного производства? Земля, в чьей собственности? Это главное средство производства в деревне, в сельском хозяйстве. У кого? В чьей собственности? У государственной собственности. Так, теперь тракторы, комбайны основные. Где они были? До хрущевский период. Они были в собственности государства и сосредоточены в машино-тракторных станциях, короче, МТС. Вот у меня есть как раз в телефоне, у меня есть МТС и мегафон. Будем считать, что это память в машино-тракторных станциях. МТС. Ну и как строились отношения государства и этих кооперативов? Государство надо полномерно направить все развитие, чтобы был и хлеб, был и промышленность, и нефть, и газ, и так далее, в общественных интересах. Я вам говорю, надо кричиху бы тут возделывать, потому что если все начнут возделывать рис, у нас рис будет завал, гречихи не будет. А без гречихи пчел не будет, потому что, простите, наоборот, если пчел не разводить, какие-то, скажем, колхозы должны разводить обязательно пчел. Если пчел не будет, не будет гречихи, потому что она сам не самоопыляется. Надо, чтобы это было хоть какое-то количество. Я говорю, не буду. Ну, хорошо. А вы будете? А вы говорите, я буду. Тогда мы вам будем давать тракторы, комбайны, там, то, все. А вам не будем. Вы свободны, и мы свободны. То есть, таким образом, на обычном, привычном языке крупная промышленность разговаривает с представителями мелкой промышленности, так чтобы мелкая промышленность тоже направлялась, и мелкое производство тоже направлялось в общественных интересах. И получилось, что у нас собственность общественная одна была в СССР, но в двух формах – государственной и кооперативно-колхозной. Это две формы подчинения производству общественным интересам.
две формы подчинения одним и тем же общественным интересам. Эту собственность можно уничтожить при достаточном развитии крупной промышленности. Ну, это правильно то, что вы говорите, но это получается так, вот у вас тут кровожадно так звучит, уничтожить. Вот развилась крупная промышленность, то там они бежали и начали все разломали, эту собственность. А на самом деле она сама будет закрываться, это мелкое. Мелкое производство само закрывается. Вот представьте себе, я имею такую там маленькую мастерскую, и там произвожу какие-то изделия. А вы вот организовали крупное предприятие, завод государственный, и он производит лучше по качеству и в три раза дешевле. Ну кто ко мне пойдет? Никто ко мне не пойдет. И я закроюсь сам. Зачем меня уничтожать? Свобода. Никто не покупает. Я закрылся. Ну, в принципе, по форме это правильно, потому что уничтожить, значит, превратить в ничто. Она уничтожает. Крупную промышленность в конце концов уничтожает мелкую частную собственность. Или она ее уничтожает как самостоятельную. То есть вы что-то делаете, заготовки какие-то, передаете на завод, там, на фабрику. И это и при капитализме было, при крупном, когда домашний труд даже использовался. То есть что-то делается дома. Например, общество слепых. Им дают необходимое количество этих заготовок, они собирают выключатели. Выключатели. И они трудом занимаются, получают зарплату и чувствуют себя людьми. Это хорошо же. Но это у них не самостоятельное какое-то предприятие, а это предприятие, которое вот в эту общую систему введено. Вот на улице Арбели в Выборгском районе было такое предприятие слепых. Там слепые работали и чувствовали себя как люди. А сейчас там такой учинен был разгром, все просто это предприятие просто. Ну, мало того, что оно закрылось, его разломали, наверное, как вот били, что ли, или, то есть уничтожать в буквальном смысле, разрушали просто его, как вандалы это делают. Так, ну, в принципе, конечно, да, это так. В промышленном производстве осуществляется разделение труда. Вот, разделение труда – это понятно, что такое, да? Вы делаете одно, а я делаю другое. А вот чем отличается мануфактура от простой кооперации? Не могли бы ответить на такой вопрос? Вообще, капиталистическое производство началось не с фабрики, а с мануфактуры. Вот как? Вот от чем отличается от. Вот мы делаем табуретки с вами. Вот у нас простая кооперация. Вы делаете табуретку, вы делаете табуретку, я делаю табуретку. И мы все работаем, делаем табуретки, между собой как раз одну табуретку делаем. Мы разговариваем, обсуждаем, заодно делимся, как удобнее, как лучше делать табуретку. Так, взаимодействуем, да? Но взаимодействие состоит в том, что мы просто разговариваем. Я больше ничего. Вы сами делаете табуретку, вы можете потом на ней писать. Это Кукушкины табуретки, это вот. Еще не усвоил я вашу фамилию. Да, товарищ Вакина. Там пишет Вакина такими изделиями. Тут Попов табуретки такие. И вот мы, значит, их. Или там идут табуретки профессора Попова. Их особо берут. Это хорошо, это редкий случай. Это простая кооперация. Потом мы решили, а что мы это вот настроя, а мы это все это одно и то же делаем, и получается друг друга повторяем. Давайте так. Вот вы делаете ножки, вы делаете крышки, а их сколачиваю. И там пишем. Потом напишем Попов, Кукушкина, Ивакина и Ко. Ко, а кто-то на вырост. Пока на вырост. Думаю, что компания будет. Это мы что сделали? Мы разделили труд, ножки, сиденье и сборка. То есть ваш труд сам по себе никому не нужен. Если кончится дело ножками, то отличные будут дрова. Крышки ваши зимой хороши, потому что там подкладывать, знаете, как все это железное у нас наделано по городу. И сейчас станции, если раньше люди головами думали, то сейчас думают, как вот получить деньги. И поэтому вдоль железной дороги построены, значит, на платформах железные скамейки, на которые, если вы сядете, потом что-нибудь заболеете. Или летом они нагреваются там. А вот в метро есть такие, вот из вертикальных досок сделаны такие скамейки.
Они и антивандальные, в том смысле, что попробуйте вы это, что вы с ними сделаете, это они такие здоровые, толстые доски, ребро. И с другой стороны, они, дерево же не проводит тепло. Я уже не говорю о том, что на станции Ланская, кто помнит, еще вот с одной стороны стояли скамейки, с другой стороны стояли скамейки, поэтому платформа была шире, чем сейчас. Дескать, нечего тут стоять. Сейчас приедет поезд и садись, а поезд теперь приедет с интервалом час. Раньше с интервалом 15 минут, поэтому сейчас-то как раз вроде бы и стоять. А если дождь, то вот такое делают, маленький навесик, куда не поместится. А не поместится, а может и поместится, потому что когда час интервал, идите на автобус. Нечего тут толпиться на платформе. И еще стекло было, чтобы вот когда вы сидите, то сзади вам ветер не задувал поясницу. То есть это вот люди думали они не о продаже, не о прибыли, а о том, как обеспечить удовлетворение потребностей. То есть вот разделение труда предполагает, что это надо еще соединить труд потом. А это уже что? Соединение труда. Это что? Кооперация. Кооперация, совместное действие. Поэтому от простой кооперации, когда мы просто рядом совместно действуем, ну, это наше действие, так сказать, в общем-то, сводится к обмену опытом. Просто кто лучше у кого? У вас лучше ножки получаются? Вы рассказываете, как лучше ножки делать. У вас лучше всего крышки получаются. А я вот, у меня вот, я долго делаю ножки, долго, а потом раз-раз и быстро собрал. Потом мы и решили, что кто лучше всего делает ножки. Ножки будет делать, тот, кто крышки, крышки будет делать. Тот, кто собирает лучше всех, будет собирать. И получилась мануфактура. То есть кооперация, основанная на разделении труда. А уже из этой мануфактуры, когда она функционирует с помощью машин, это получается фабрика. Та же самая мануфактура, но связана не на ручном труде построенной, а на труде с помощью машин. Не с помощью отдельных орудий труда, а машины представляют собой некий комплекс, да? Сложное такое, так сказать, орудие, в которых состоит из многих-многих орудий труда. И есть у него еще и обязательно какой-нибудь двигатель. А раньше был двигатель один на весь цех и трансмиссии. К вашему станку идет шкив, и к моему станку, и, так сказать, один привод на весь цех. А когда появились электромоторы, то можно на каждый станочек, на каждый станок поставить свой электромотор, свой мотор. Это уже фабрика. Так. В промышленном производстве осуществляется разделение труда. Не только осуществляется разделение труда, но и соединение труда. А то про разделение говорят, а про соединение забывают. А то мы разделили, а забыли собрать. Это говорит, куда будем собирать или только делить будем? Делить труд, делить и делить его, делить и делить. То есть эта вот кооперация, она как-то все время, она как или подразумевается, или вообще забывает про нее. Как будто бы нет этой кооперации. А на самом деле кооперация, она предполагает разделение труда. Она более сложное понятие. Кооперация-то предполагает, конечно, правда? Но если об этом забыть, о кооперации, то это бессмыслица, это разделение труда. Материальная жизнь выступает как цель, а производство материальной жизни, труд, выступает как средство. Да, хорошо. Ничего не могу возразить. Тут у вас прямо как у Маркса, тут очень так четко звучит. Здорово. Выходит, что индивиды обеспечивают собственное существование, присваивая себе существующую совокупность производительных сил. Да? А что такое присвоить? Кто-нибудь знает, что такое? Вот знаете, что такое присвоить? Вы обратили внимание, что я вот пытаюсь, так сказать, на всех словах останавливаться, чтобы проверить. А вы знаете, что вы говорите? Это может что-нибудь такое не то говорить? Что такое присвоить? Вы знаете, что такое присвоить? Ну так предполагаете, а что такое вот присвоить? Отношения. Да это отношения, сказать, мало ли отношения. Удушить тоже отношения. Что же это удушить собирается? Изменить. Так. Отношения. Изменить. Это сначала удушить, потом зарезать. Это изменение. Далеко вы ушли. Что такое присвоить? Начать господствовать над вещами. Начать господствовать над вещами. Это овладеть. То есть вот. Ну вот мы чем должны обладать? Ну, как вот хороший музыкант, он же понимает разные звуки, разные тона, разный тембр, разный есть размер, да?
Так и вот мы должны. Мы должны, ну, если мы носители культуры, культурологи, это вы носители культуры, я как бы тут помогательный элемент. Так вы уж, если уж вы взяли слово, так вы его с пониманием взяли. Присвоить, значит, превратить в процесс своей жизнедеятельности. Карл Маркс. Но он не писал, что это определение, но у него это можно найти. Я когда вот книжку писал, поскольку я намучился с этими определениями, я везде их жирным шрифтом, меня попросили, говорят, вы сделаете жирным, я вот социальную диалекцию когда написал, я там везде все определения жирным шрифтом курсивом написал, чтобы хоть можно было на них остановиться. И это в этом смысле, можно сказать, уникальный случай. Обычно просто этих определений нет. Вот вы чувствуете, согласны, что когда вы пишете, это ваша жизнедеятельность, а не жизнедеятельность ручки? Это ваша, а не моя жизнедеятельность. Понятно? То есть вот вы когда пишете, вы присваиваете себе ручку. Потому что вы, это она, это ваша жизнедеятельность, вы ей пишете. Вот этот телефон, если вы не будете никогда по нему звонить, вы его не, это не будет ваша жизнедеятельность. Ваша жизнедеятельность будет состоять в том, чтобы таскать этот телефон. Вы носильщица будете. А не будете разговаривать по телефону. То есть вот для того, чтобы его присвоить как телефон, надо по нему разговаривать. Или если вы хотите его присвоить как такой, с которого можно выйти в интернет, то надо выходить. Если вы не выходите, то его присвоили как бы частично. Правильно? И точно так же, как вы, если вы, так сказать, вот мы зашли вы сейчас в магазин. Там батон, взяли батон и пошли к выходу. И идете когда мимо кассы, то вы откусываете и идите. Ну, реакция будет тут странная, потому что, во-первых, привлечь вас к уголовной ответственности нельзя за один батон. Никак. У нас минимальная величина, это начинается с 2500. Правда, бабушку умертвили, эта сеть Магнит, потому что она там где-то складывала, и где-то масло у нее там внизу оказалось, и она вот не заметила, его не заплатила. Бабушки тупо хоронили. Но с юридической точки зрения привлечь нельзя. А с другой стороны, что происходит, когда вы... Ну, за вами погонится, если увидите, что вы едите булку. Но вы все равно ее присваиваете, правильно? Потому что превращаете в процесс своей... Ну, вы ее пережевываете уже, все. Процесс своей жизнедеятельности. Это присвоение. А если это присвоение, так же, вот видите, связь мы уже с собственностью. То есть, иногда говорят, собственность есть присвоение. Если вы это общественным образом опосредственно, то есть, оказывается, можно брать... Как иногда предлагают попробовать. Видели, да? В рекламных целях, там, мелкие кусочки, чтобы вы не объелись, такие кусочки нарежут, бутербродики такие, немножко на них колбаски там, и так и на палочки, дескать, вот, нате, присваивайте. Будущие присвоенцы. Может, нельзя ли вас подтянуть, чтобы потом закупали это в большом масштабе? Вот это тоже присвоение. А если я... Начинаю действовать в соответствии с общественной сущностью человека, вобрав вот культуру, да? А у человека общественная сущность, тогда это будет называться не какой-нибудь там батон, а вы присвоили себе свою сущность. Если я скажу, кто вы, то вы скажете, это человек, это животное, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. А сущность человека? А сущность человека вот, в общественных отношениях с другими людьми. Так вот, если человек развитой, он присвоил свою общественную сущность. Но не присвоил, то вот так вот вроде человек. Поэтому многие читающие там Маркса, Энгельса, особенно Маркса, они там вспоминают, что вот Маркс поставил вопрос об учреждении человеческой сущности, потому что вот товар это, так сказать, это воплощенный труд, и тут уже угасают эти общественные отношения, все сводится к материальному богатству, даже к денежному богатству, или погоне за денежным богатством. А сущность человеческая куда-то уходит, она отчуждается от человека. Никто с вами не разговаривает, если у вас денег мало, то мы с вами разговаривать не будем. А если много, мы улыбаемся, встречаемся, потому что, как у нас говорил профессор Ященко на экономическом факультете, говорит, деньги есть, Иван Петрович. Денег нет? Паршивый сволочь. Анатолий, ну, лекции перезвоню через сразу после лекции. Угу. Вот. Вот так обстоит дело с этим.
Так. А это целая проблема, такая крупная философская, присвоение человеческое, и не только философское, но вообще общественное. Вот что такое человек? Человек стал выражением человечества. Не человек, как вот один, так сказать, сам самодавлеющий, так сказать, отдельный, а человек, который выражает в себе. Ну вот гении — это кто такие? Это люди, которые присвоили человеческую сущность. И, а присвоить они тем самым еще и выразили ее, они продвинули все человечество вперед. Вот вы только себя хотите продвинуть или все человечество? Вот вы точно хотите продвинуть все человечество. Правильно? И вы тоже. Смотрите. Ну, кто больше, кто дальше, это уже другой вопрос. Но задача такая стоит. Пока вот сейчас мы хотим себя продвинуть познание вот таких вещей, которые позволяют нам более свободно ориентироваться таких вот широко употребительных понятиях. Они очень широко употребляются, вот эти понятия, которые мы здесь берем. Но, как показывает наше обучение, они с ними, люди, как правило, не знакомы, не знают, что это такое. То есть находятся на детском уровне. На детском уровне это что значит? Я вот говорю, если я ваш родитель был бы, а вы бы повторяли. Правильно, если повторяете, все хорошо. А понимаете, вы не понимаете, это другой вопрос. Так. В промышленном производстве осуществляется разделение труда. Материальная жизнь выступает как цель, а производство материальной жизни и труд выступает как средство. Выходит, что индивиды обеспечивают собственное существование, присваивая себе существующую совокупность производительных сил. Это присвоение происходит через развитие индивидуальных способностей. Да, правильно. И наоборот. Если вы присваиваете, то и развиваются ваши способности. Если вы это делаете в труде человек развивается. Не деградирует. Маркс утверждает, что масса орудий, Маркс опять один. Энгельс молчит, все, молчит. Вот Энгельс, злодей. Взял, Маркс все делал, а Энгельс взял и подписал еще Энгельс. А на самом деле это все делал Маркс. Кто написал первый вариант коммунистического манифеста, Маркс или Энгельс? Энгельс. «Принципы коммунизма» называется эта работа. Кто написал первое политэкономическое произведение из этих, Энгельс опять называется, «Положение рабочего класса в Англии», том 1 полного собрания сочинений, собрание сочинений Маркса и Энгельса. Так что вот тут Энгельс, никак его нельзя, скажем. А кто, так сказать, такой блестящий и лаконичной форме изложил свою позицию Маркса и Энгельса? Маркс написал фундаментальный труд, научный, глубокий, который надо долго изучать. А кто это вот сделал доступным, так сказать? Потому что более широкий круг людей приобщился к этой вот великой мысли. Энгельс, потому что вот он написал «Антидюринг», «Диалектику природы», и вот написал «Происхождение семьи, частной собственности и государства», эту блестящую маленькую работу, в которой вообще прошелся по всем формациям, начиная от первобытного общинного коммунизма до капитализма. Прекрасное совершенно произведение, остроумное и блестяще написанное. Так. Так вот, Маркс и Энгельс утверждали, что масса орудий пролетарского производства, да? Это пролетарское производство, да, вот здесь? Угу. Пролетарского производства. Подчинена каждому индивиду, а собственность всем индивидам, да. Значит, вот о чем идет речь? Идет речь о том, что, конечно, каждый работает сам, а собственность получается общая. В случае, если речь вот, о строе, который называется коммунизм. Раньше же была напротив, было напротив множество индивидов, и они подчинялись одному орудию производства. Одному орудию производства? Ну, одному, да, можно сказать, орудию производства. К тому, который у него есть. Есть у вас мотыга, вы мотыге подчиняете. Приспосабливайтесь к мотыге, а у меня есть трактор. Я приспосабливаюсь к трактору, я быстро обрабатываю свое поле, а вы там все своим мотыгой, все по-прежнему сучите. Индивидуум стоит объединиться и присвоить все производительные силы себе. И присвоение производительных сил себе – это тот же самый процесс, как присвоение человеком своей общественной сущности. Такая задача – присвоением человеком своей общественной сущности. Это вот высокая задача. А как она потом
выливалось в формулировку цели производства. Вот уже Ленин такую формулировку дал. Цель производства коммунистического – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну, вот эта формулировка тоже гениальная. Гениальная в том смысле, что она, во-первых, очень четкая, очень глубокая. И, как всякая глубокая формулировка, предполагает более конкретное раскрытие. То есть можно запомнить эту формулировку, а потом долго-долго, так сказать, и обстоятельно разбирать, что это означает все. Обеспечение полного благосостояния. Благосостояние – это что такое? Что такое благосостояние? Вот вы хотите достигнуть благосостояния? Да хотите. А может, это что-нибудь плохое? А что это такое? Ну, вроде бы уже слышали, что это что-то хорошее. А что же это такое хорошее? Что может хорошего благосостояния? Ну, вот есть сейчас вот все, вы накупите 100 шуб норковых. Это будет как? Хорошее благосостояние будет? 100. Наверное, да? А вы 200 накупите норковых шуб. Тоже будет хорошее благосостояние. А книжек у вас уже не будет. А? А почему полное благосостояние? Полное – это означает, что у вас не должно быть вот такого, что вот одного у вас еды много, а одежды нет. Или одежды много, еды нет. Или еда и одежда есть, книжек нет. Или книжки есть, а читать некогда и думать некогда, потому что вы так и бегаете, как добыть себе на пропитание, на книжки и на одежду. Некогда думать. Когда думать? Трясти надо. Поэтому, когда речь идет о полном благосостоянии, то к чему это сводится? К созданию условий для вашего развития. Правильно? Вот вы хотите развиваться? Или у вас другие цели? Или деградировать будете, товарищи культурологи? Я считаю, что каждый культуролог, именно потому что он умудрен этой специальностью, он, конечно, так сказать, целью ставит свое развитие. Но как можно развиваться, если нет условий? Как бы вы слушали эту лекцию, если бы вот сейчас на улице еще холодно, и там сидеть было бы очень плохо, а здесь вот натоплено, у нас тут светло, тепло, можно слушать лекции. То есть созданы условия для вашего развития. Ну, некоторые пользуются этими условиями, некоторые не пользуются для своего развития. Но это что скажешь? Вам преподаватель дан? Дан. А вы можете им пользоваться, можете не пользоваться. Скажем, должен преподаватель гоняться за каждым студентом, ловить его и говорить, сейчас я вам прочитаю лекции. Не должен. Не хочет человек пользоваться. Это его дело. Это означает, что некоторые товарищи еще не понимают, что им дано, потому что с них еще не берут такие деньги, какие надо. Вот на юридическом факультете берут по 120 тысяч в семестр. Вот они уже лучше там ходят. Это вот эти люди, которые пропускают занятия, они к делу к этому ведут. У нас и так, сколько с вас берут культурологов сейчас? Не знаете? Вы наберете? 77. 77? Ну, что-то мало выросло. Было 75. 77 уже. Ну, ползет. Ну, вниз-то не идет. 77. Ну, 77 тоже хорошо. 77 до 77. 144 в год. Ну, вот. Так. Ну, это вроде как вы можете билет купить на автобус и не сесть. Не воспользоваться. Ну, тогда, если вы, так сказать, это в более яркой форме, тогда лучше вызвать такси и не поехать. Заплатить побольше тогда уж. Так и здесь. Так. Обеспечение. Вот если мы обеспечили условия, будет развитие? Если обеспечили условия для развития, будет развитие? Не факт. Правда? То есть, знаем, известно вам, что в некоторых людей в прекрасных условиях иногда деградируют. Вот, например, рабовладельцы. Ну, работали они, условия прекрасные там. Ну что, все стали учеными? Или все стали драматургами, как известно, Эзоп был, да?
Не все же стали. А другие что? Что мы о них знаем? Ничего мы о них не знаем. А чего о них знать? Ничего, они пили, ели, ели, пили. Ну, Плутарх хоть написал, философ, там, о том, как проводить застолье. Что говорить, чтобы это была беседа, по крайней мере, умная, чтобы люди развивались. А другие что делали? А ничего. И они как бы и были в истории, но они ничего для истории в этом смысле не представили. И поэтому ничего о них, нечего, мы их о них не знаем, и знать о них особенно и нечего, кто не развился. А кто развился, значит, он не только сам развился, но и других развивать может. У меня лекция сейчас, перезвоните попозже. Вот такая вот история. Значит, следовательно, ограничиваться таким вот обеспечением благосостояния нельзя. Тем более нельзя ограничиться даже удовлетворением потребностей. Ну, удовлетворили бы потребности. Но если нет у человека потребности там слушать музыку прекрасную, нет у человека потребности знать культурные достижения современные. И не только современные, но и более ранние и так далее. Нет у человека развивать свои способности к речи, к труду умственному или к физическому. То условия есть, а развития нет. Поэтому надо целью поставить не только обеспечение благосостояния, но и само развитие поставить целью, правильно? Чтобы это была сознательная цель. И цель это была целью производства. Вот такое нужно производство, которое бы целью своей имело, не взять от вас. Вот если я произвожу сейчас пирожки, я зачем их произвожу? Чтобы вам их сбыть и от вас получить денежки. Так, это моя цель производства. Поэтому не удивляйтесь, если там будет соя и вместо мяса костная мука. Почему вы удивляетесь-то? Я же не для того произвожу, чтобы вы, так сказать, развились. Я произвожу, чтобы разбогатеть. Или у меня другая цель? Какая сейчас цель? То есть капиталистическое производство, оно развивает вообще общество. Но косвенным образом. Потому что если я совсем буду непотребное производить, вот, например, сгущенку стали. Если написано сгущенка, то там нет молока сгущенного. Если сгущенка, значит, это растительно-молочный продукт. И какой там сгущенки нет, там добавлен сахар, это все с помощью эмульгатора взбито и дают. Ну, перестали покупать. Эти прогорели. Нету сейчас такой почти. Или мало где есть. Она теперь обычно закладывается такое вот молоко сгущенное, вместо сгущенного молока закладывается в печенье, пряники и так далее. То есть, если у меня цель, даже стоимость, то есть цель производить товары, то я вынужден считаться с потребительной стоимостью. Но это не самоцель. Мне не важно, что я делаю, сам бы ел, да деньги надо. У меня цель другая. Вот эта цель – обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Она стояла в первой программе РДРП. Причем Плеханов туда вписал сначала, который написал первый вариант программы, РСДРП. Удовлетворение нужд общества. То есть есть потребности, надо их удовлетворять. Какие у вас потребности? Если у вас хоть хотите водку, пейте водку. Вы хотите в театр, ходите в театр. Наркотики появились, наркотики будут потреблять. Есть потребности все более, полное удовлетворение, потребности вот все более, более, более. И видите, больше пьяниц, больше, больше, больше. И наркоманов все больше, больше, больше. Так? Это что, цель? Поэтому Ленин там пишет, неверно. Неверно, потому что такую еще организацию еще и тресты могут дать. Надо написать для обеспечения благосостояния, свободного благосостояния, полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот такая формулировка вошла в программу. Потом была вторая программа. Уже не РДРП, а РКПБ, принято на 8-м съезде в 1919 году. И в этой программе вот прямо этот кусок от цели производства снова встал. А потом был 22-й съезд, на котором доклад о программе новой сделал Хрущев, первый секретарь тогдашний. Он много чего сделал этим докладом. Выкинул оттуда диктатуру пролетариата, главную в марксизме. Написал, что государство является общенародным, хотя государство – это классовые органы, это
жареный лед. Пока оно государство, оно классовое, когда оно народное, оно уже не государство. Ну, если весь народ управляет, то тогда это нет особого типа людей, которые бы управляли. И партия. Это авангард класса, а не просто группа людей. Поэтому партия не может быть общенародной. Может быть рабочего класса, может быть партия мелкой буржуазии, может быть партия буржуазии, но она не может быть бесклассовой. Это просто сапоги в смятку, как бы сказать, что партия общенародная. Но тем не менее это было. И вместо цели, которая была, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, снова появилась вот эта Плехановская еще для нужд общества, то есть для удовлетворения потребностей. Было записано конкретно цель производства при социализме, обеспечение все более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей советских людей. Есть потребности, удовлетворяем. Нет потребностей, ходить в театр, ну и не строим театр. Красота. То есть можно быть первым секретарем большой страны, крупной очень мировой державы, Советский Союз, и не разбираться в таких вещах. Ну, а мы, поскольку у нас задача культурологическая, мы, может, мы не такие крупные посты занимаем, но мы-то разбираться в таких серьезных вещах должны, поэтому мы не путаем удовлетворение потребностей с благосостоянием, потому что потребности могут быть, которые ведут, удовлетворение которых ведет к деградации личности человека. Вот. И, скажем, потребность может еще не развиться просто. Например, Маркс писал, что слушание музыку рождает потребность слушать музыку. А так просто вот не развивается это дело. То есть всякая более высокая потребность предполагает. Вот изначально потребности ходить в оперу не может быть, потому что как-то посмотрят люди, что это такое. Все говорят, а эти что-то поют. Как поют, а вроде как говорят. Это же это непривычно, необычно. У меня такие вот воспоминания, когда я был мальчишкой, были и появились первые телевизоры, КВН-49, таких маленькие. Экранчики были. И их было совсем мало, и никому, еще их почти ни у кого не было, они были в агитпунктах стояли. Какие-то выборы были. И вот мы с Мороза, зимой, с мальчишками там забрели в агитпункт. Сидела там одна тетенька дежурила, и мы все там уселись. О, свободно, в агитпункт приходили. И стали смотреть. Смотрим, танцуют, музыка играет. Мы когда будут сейчас или петь, или говорить? Слушали, не поют, они говорят. Мы встали и ушли. Балет оказался. Но это потом я узнал. То есть для того, чтобы это было потребностью, надо, чтобы это как-то осуществлялось. И постепенно человек приобретает все более сложные, все более высокие потребности. Потому что удовлетворение потребностей тоже рождает новые потребности уже. То есть вот непонимание этого вопроса такую вот какую-то историческую роль сыграло, в данном случае негативную, очень негативную, потому что вот такого рода деградация, она последовала с самого верха, а не снизу откуда-нибудь. Деградация, которая связана с непониманием того, какой должна быть цель. Или говорят, все более полное удовлетворение развития личности. Вот есть личность Абрамовича. Я думаю, эта личность развивается, как вы считаете. Вот есть вот яхта. Нету? А у него есть. Он на яхте катается. А у вас тоже нет яхты? Я спрашиваю студентов, хоть кто-нибудь бы кораблик какой-нибудь хоть бы купил, и мы бы сейчас бы... Сейчас весна, мы сейчас бы сели, у нас еще май будет занятие. Мы бы сели бы на этот кораблик, вы ездили бы по Неве. Ну, кофе нам бы подали, и мы бы сидели и обсуждали бы там, Маркс, Энгельс, немецкие идеологии, новые там понятия, которые еще впереди. Правда же? Хорошо. Нет, нет. То есть, я одному товарищу так и сказал, говорит, да коммунизм будет, профсоюзнику одному. Только туда будут заходить в разное время и поодиночке. Он так удивился, я говорю, вот уже Абрамович зашел. Говорит, в разное время и поодиночке. Ну не все же, не надо толпиться-то сразу так всем. Так, ну вот это мы разобрали с вами. Это дело, значит, какой вот итог? Значит,
вот за такой разбор, если это был зачет, конечно, зачет бы вам поставил. Я думаю, вы уже заметили. То есть я не то, чтобы я не столько отвергал то, что вы сказали, сколько, наоборот, так сказать, останавливался и углублял. А что считается хорошей работой? Ну, хорошая работа такая, в которой за каждым там, каким-то положением стоит что-то более глубокое еще. Что еще более глубокое, что можно вот это, чтобы понять, вот чтобы понять то, что написала Екатерина Голубушкина, нам понадобилось больше, чем один, чем одно занятие полтора часа. Чувствуете, нет? Уровень какой. Вот. Поэтому, а я прошу со своей стороны, как человек культурный, извинения за некоторые указания на недостатки. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому правильно. Они исключительно с целью такой указывают, чтобы вы обратили на это внимание и развили себя еще больше. Поскольку ваше развитие – это наша общая задача. Не правда ли? Вот. Так что у нас в этом смысле все идет хорошо. А другие товарищи, им спасибо, что они не пришли и не помешали нам спокойно разобраться вот с тем, рассмотреть ту работу, которая заслуживает такого глубокого рассмотрения. Ну, они, так сказать, по крайней мере, если они ничего не представили, то они и не мешали. Верно? А вы у нас тут зритель пока. Слушайте. Вольно слышите. Ну, надеемся, что вы не ограничите этой миссией, потому что в конце, там, знаете, как у нас есть государственный же университет, а государственный означает, что там где-то сзади маячит сила, насилие. Государство. Государство – это тюрьмы, лагеря, это правоохранительная система, дубинки, наручники. И вот там зачет, а кто зачет не сдаст, это что такое, отчисление. И переход в другое место в системе разделения труда. Правильно? Это, от этого не уйдешь. Поэтому слово «государство» – это не для красоты написано на названии нашего университета. А оно имеет совершенно определенный смысл. Некоторые товарищи, которые впереди идут, как здесь присутствующие, они не чувствуют силы государства на себе. Почему? Ну, как я могу почувствовать? Никто меня в спину не толкает, потому что я быстрее иду, чем те, кто меня собирается толкать. Ну, а если человек останавливается, то начинает чувствовать всякие там уколы или даже более сильные средства. Вот, так что спасибо и очень, так сказать, я считаю, хорошая работа. Ну, это говорит о том, что вы поняли, что требуется вот от студента, изучающего такой курс. Он курс изучает для того, чтобы набраться здесь, так сказать, получить определенный уровень и уметь анализировать такие тексты. Анализировать, делать правильные выводы и, так сказать, формулировки усваивать определенные и видеть, каков путь общественного развития. Вот. Что мы будем делать и дальше по мере поступления? Будет еще, вот вы принесете, будем ваше разбирать. Не принесете? Это дело ваше. Как говорится, мы же. То есть в отношении зачета там уже обязаловка. А тут желательно, так сказать, ну, люди должны понимать, что это делается для того, чтобы было более плодотворным изучение. Почему? Потому что если вы вот просто слушаете, как сейчас, это будет воспроизводство знаний и у вас, или потребление. Потребление. А если человек много чего-то потребляет, у него развились, сильно он разовьется? Нет. То есть человек только тогда развивается, когда он начинает сам воспроизводить. В этом смысле экзамен и зачет выше, чем лекция. Потому что на лекции вы потребитель. Я производитель на лекции. Я вот сейчас воспроизвожу знания, правда? А вы их только воспринимаете. А на экзамене я потребитель. Я сижу только, ну я не совсем потребитель, я еще оцениваю. Как потребитель, дескать, это вкусно, это невкусно, это то, это не то. Но все равно у меня функция потребительская. А у вас-то как раз такая, вы производите знания. Но образование в высшей школе состоит не в том, что от вас требуется новое знание. Новое знание от вас требуется, если вы пойдете в аспирантуру. Если вы придете в аспирантуру, и у вас нет никакого нового знания, то, извините, вы никакой не аспирант. Если вы не будет у вас ничего нового в диссертации, то ваша диссертация не пройдет. Ну, а если это докторская, там требуется, чтобы вы открыли новое научное направление, которого до этого не было. Или требуется, чтобы вы решили крупную народно-хозяйственную задачу. Или такую задачу, которая имеет очень важное культурное значение для страны. Вот что такое. То есть, поэтому, конечно, вот этот вот образ действий, это, конечно, еще не диссертация, но это именно тот стиль, когда вы что-то пишете, то есть формулировать свою позицию и
тем самым вот все знания, которые вы получаете, они используются как сырой материал для производства этого вот продукта. Они здесь берутся именно вот как то, что подбор идет, а это вот некая цель. И надо научиться так заниматься, потому что это общий ход развития в сфере умственного труда. Ну, а что касается количества, ну, вы, наверное, все так представляете, как работает научный руководитель, скажем, профессор с аспирантом. С одним работает, с двумя обычно не работает, даже если с двумя, то по очереди. Вот сейчас ко мне дипломники придут с нашей кафедры, которые заканчивают в этом году. Я буду сначала с одним, потом с другим. С двумя-то нельзя дипломник, у них каждое индивидуальное уже развитие пошло по индивидуальным темам. Поэтому вот вопросы, так сказать, вот, количество потреблять, потому что, да, вот это массовое производство, столовое, так сказать, я сейчас буду для всех читать лекции, все будут слушать, а все равно все пойдут своей дорогой, правильно? А если человек хочет идти своей дорогой и хочет получить поддержку, вот он должен сделать то, что сделала Екатерина. Он написал, я поддерживаю, так сказать, и конкретно беру, как можно улучшить эту работу, ну, а другой, если нет другой работы, и она и не обсуждается. Вот и все. И это вполне ясная и понятная метода. Так, ну что, давайте на этом мы сегодня закончим. Значит, что в следующий раз? В следующий раз мы будем продолжать двигаться вперед, а продолжая двигаться вперед, надо еще и осуществлять чтение, чтобы мы чтение нас не задерживало потом в перспективе. Значит, мы тогда с вами говорили, что где-то надо нам досчитать до страницы 130, да? Вот, а теперь давайте еще продвинемся вперед. Вот. Раздел «Д» – иерархия – это 160-е. Ну, давайте до 160-й будем считать, что вот надо, что к следующему разу надо уже это прочитать. И мы двигаемся к этому. Но одно дело прочитать, а другое дело нам это все обсудить. Это два разных процесса. У нас все время должен быть задел, чтобы не было такого, что мы там обсуждаем, а еще не прочитаем. Вопрос есть ко мне? Нет. Все, спасибо за внимание, успехов.